Александр Александрович, заместитель главы муниципального образования города Дивногорск Смоленской области. Кузнецкий Анатолий Александрович, заместитель директора Смоленской АЭС. Шутка Евгений Александрович, начальник управления информацией Смоленской области. Володин Максим Александрович, индивидуальный предприниматель. Слово предоставляется директору школы Раисе Ивановне Сорине. Дорогие ребята, уважаемые гости, коллеги, я рада приветствовать всех собравшихся сегодня в нашем зале. Мы долго ждали этого события, и благодаря победе в конкурсе социально значимых проектов школа получила грант на реконструкцию спортивного зала. При поддержке администрации города и сотрудничества со Смоленской атомной электростанцией данный проект был реализован. И подрядной организацией, руководителем которой является Володин Максим Александрович, были выполнены работы по ремонту спортивного зала, замены оконных блоков, полового покрытия. Был произведен косметический ремонт потолка, стен. Были заменены светильники, которые специально предназначены для спортивных залов. В результате такого сотрудничества у нас получился такой уютный кабинет для занятий физической культурой и спорта для наших учащихся начальной школы. Здесь будут проходить не только уроки физической культуры, но и секции, и внеурочная деятельность. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить прежде всего администрацию города Десногорска, руководство Смоленской атомной электростанции, подрядную организацию за помощь, которую они оказали нам вот в приобретении такого уютного зала. Спасибо вам огромное. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы одна команда, и мы одной большой командой, во главе с вашими руководителями, Смоленской атомной станции, госкорпорацией «Росатом», концерном и администрацией города, в этом году сделали вот такой вот хороший спортзал, в котором вам должно быть удобно, уютно заниматься. И данный проект у нас в этом году является не единственным. Весь год напряженно работая, в этом году мы смогли во многих учреждениях нашего города, в детских садах, в школах, выполнить много работ, чтобы наши дети, и вы в том числе, чувствовали здесь себя уютно, классно и замечательно. Концерт «Роснарната» на Смоленской нашей электростанции всегда охотно откликались на такие нужные, правильные начинания, инициативы, с которой вышла третья школа, в части поддержания в хорошем состоянии, ремонта объектов нашего города, в первую очередь объектов, направленных на физическое воспитание и духовное развитие подрастающего поколения. Уверен и гарантирую, что и в будущем, если будут, они уверены, будут у нас правильные проекты, мы также их поддержим, и в нашем городе откроется еще не один отремонтированный, новый почти спортивный зал, либо, может быть, еще какой-то объект, который вам, ребята, в первую очередь, будет. Как житель этого города, как родитель первоклашки этой школы, хочу большое спасибо сказать администрации Смоленской атомной станции, администрации города, администрации школы, что они решили этот вопрос, нашли средства и приложили все усилия, также помогали нам в ремонте этого зала. Большое им спасибо. Мне он нравится, он большой, просторный, и у него окна поменялись, он вообще стал другим, его теперь не узнать, он совсем другой. Мне, как спортсмену, это нравится.